Да, просто я к тому, что мы не ждем 8 часов, мы плавно перетекаем и там плавно продолжаем. Я буду там примерно час, то есть я предполагаю, что до 8, там до 8:30 я где-то буду. Там смогу поотвечать на вопросы любого характера, которые касаются упаковки, творчества, запуска проектов за рубежом, жизни девушек и прочих вещей, в которых я более-менее разбираюсь. Так, дальше разборы проектов. Как присылать проекты на разбор? Пишите имя, нишу, сайт. Ну, отдельно, если у вас новый оффер, допустим, который вы не разместили на сайт, то есть, грубо говоря, вы вот прошли задание и гипотезы сделали, а на сайте еще не разместили, вы отдельно пишете еще и оффер. То есть посыл такой: Дмитрий, нужно посмотреть мой новый оффер, дай по нему обратку. Ну, обратную связь. Все это высылается, еще раз говорю, а не всякому. Вот смотрите, домашнее задание — это вытащить смыслы, сделать тексты и прототип. Это ДЗ. Разборы — это, скажем так, не обязаловка, но это в ваших интересах — выслать уже существующие проекты, сайт, для рецензии, для экспертной. То есть я получаю материал, и по своему чек-листу у вас его не будет, потому что те чек-листы, которые получите вы, они упрощенные. То есть внутри как бы моей структуры, там используются более сложные технологии, но они как бы более тонкие. Я по ним буду прогонять ваши проекты. Поэтому еще раз, у кого уже есть сайты, либо если у кого-то нет сайта, там Instagram или что-то еще, любая площадка, где вы как-то упакованы, присылайте в формате ваше имя, ваша ниша, ссылка на ваш проект и офферы, которые вы написали в рамках. Ну то есть если там нет оффера, то можете текстом просто дописать. Новый. Новый оффер, да. То есть если там нету, или дополнительно, вы делаете так. Так, далее, ну что такое, так, вопросы, разбор. Так, бонусы, значит, это что? Совершенно бесплатно, только сегодня. Ну не только сегодня, да и не бесплатно, собственно говоря. Бонусы, чек-лист, будет упаковка бизнеса, это вопросы для упаковки. Почему это сделано в формате вопросов? Чтобы вы не выуживали из себя, вам просто будет конкретный вопрос. Вы отвечаете, вопрос. То есть это технология брифинга. По этой технологии работает любой упаковщик. Вопросов будет много, на все надо ответить, на некоторые ответа не будет, но методология подхода. Подходите, скажем так, максимально ответственно, потому что как бы вы делаете это, ну, не для меня, вы упаковываете сами себя. И этот материал, очень важно, он вам нужен будет не только в рамках этого курса или в рамках того, чтобы достичь точки Б, вы в дальнейшем будете с ним жить и работать. Его можно будет мультиплицировать на киты, на презентации, на другие вещи. То есть думайте о том, что вы для себя делаете, ну, какой-то дом, проектируете дом, делаете упаковку. Потому что, скорее всего, делать, если вы думаете, что вот я сейчас там скидаю, а потом доработаю, да, можно доработать, но лучше сейчас все делать правильно, насколько это возможно, насколько это позволяет время. Чек-лист проверки сайта лендинга — это четко по пунктам, то есть вы смотрите, так, заголовок есть, есть, кнопка есть, есть, читается, читается, работает, работает. То есть, ну, в таком формате то же самое, проверка. Посадочная страница. Аудит посадочной страницы — это немного другая технология, она больше там с технической частью связана. Ну, вы увидите, там документы максимально простые, и для некоторых штук еще будут мануалы. Мануалы — это видео-скринкаст, где на видео я рассказываю, как делать прототип. То есть заходим сюда, жмем это, дальше вот так, так, так. То есть это будут небольшие видеоуроки. Методичка «Способы повышения конверсии сайта». Важно понимать, что это, скажем так, гипотезы. Их может быть достаточно много, но это некая отправная точка, которую стоит, ну, протестировать. Если вы не знаете, с чего начать, вы не отсматриваете аналитику, то можно попробовать эти вещи, если их нет. И полезные сервисы, это сервисы больше для веб-разработки, то есть оттуда я брал Glovred, там есть вот технология, кто вот сегодня затрагивал, 4U, есть технология написания заголовка 4U, не технология, а сайт, который вам позволит, то есть отдельно 4 поля, пишите туда, вот как вы сегодня проектировали, там продукт, ключевая ценность, та-та-та, просто в поля вписываете вот эти штуки, и вам генерируются, ну, какие-то вещи.
Возможно, эту вещь я подсокращу, потому что там очень много для программистов и для дизайнеров. Они, возможно, вам не понадобятся. Я ставлю самые ключевые, потому что, допустим, ну, ради бога, я могу оставить. Я тогда как-нибудь там жирным выделю. Ну, ради бога. Просто хорошо. Не будем мелочиться, как сказать. 300 так 300. Да. Так. Ну, все просмотрели, да? Ну, хорошо. Да. Так. Буквально 5 минут. Еще раз повторяюсь. Когда человек сталкивается с вами, у него в голове некий информационный вакуум. Он ничего о вас не знает. Ваша задача — этот информационный вакуум заполнить. И заполнить только теми факторами, которые выгодны именно вам. Я начинал презентацию с того, что упаковка — это способ убедить человека совершить какое-то действие. Это не только визуальная штука. То есть вы упаковкой добиваетесь чего-либо. Поэтому заполняем информационный вакуум факторами принятия решения. Ну, это вот к тому, что клиенты относятся правильно, делают то, что нужно. Борьба за секунду в сознании человека. Я проговорил это, когда рассказывал, как люди смотрят сайты, открывают много, секундно, и там уже закрывается половина из них. Если с первых секунд непонятно, они дальше не будут погружаться. Делать смыслы понятными и интересными для человека — это мышление как бы из головы клиента. Так. Передача информации — это почему вот здесь информационная труба. То есть надо стараться информацию подавать максимально, максимально просто и максимально понятно. Избегайте терминологии, избегайте сложных штук. Думайте из головы клиента, выстраивайте иерархию. Без упаковки будет работать только сарафан и связи. Часто вот зачем нужна упаковка? Часто задают вопрос, там есть что посмотреть, да, или есть там где там что-то как-то соприкоснуться. В этом случае у вас есть уже видео, есть кит, вы просто высылаете, все работает отлично. Система распознавания свой-чужой, про это я говорил. Трекер открытия КП. То есть когда вы высылаете КП, есть технология, которая позволяет. Я не помню, как называется, но все легко найти. И хорошая новость. У всех беда с упаковкой, это значит, что рынок, в принципе, свободен. То есть, внедряя даже самые базовые технологии, это дает на начальном этапе большие приросты. При условии того, что трафик идет именно целевой. Целевой трафик — это трафик именно, как бы, именно на этот продукт, именно на этот оффер. Это тоже важно понимать, потому что как бы вы круто не упаковались, если у вас трафик не целевой, ничего не произойдет. Важно понимать, что это как алхимическая реакция. Химическая реакция. Если у вас какой-то ингредиент выпадает, реакции не будет, просто не будет. Можно там хоть треснуть, но ничего не произойдет. По поводу текста, как писать? Понятный, побуждающий, интересный, уникальный, структурированный. Ну, это у вас все будет. То есть самое важное здесь — это понятный и побуждающий. То есть человек должен понимать, о чем он читает. Бывает такое, что человек прочитал абзац и не понял, какой там был месседж. А месседж там пытались какой-то передать. Месседж — это сообщение. И побуждающий. То есть вот это, опять же, изнасилованное понятие, как продающие тексты, но на самом деле в этом есть смысл. Но они как бы побуждающие. Они продают следующее действие — оставить заявку. В них должна быть структура. То есть когда вы человека логикой ведете как по рельсам, не надо как бы, ну, скакать. То есть ваша задача — показали товар, ответили там на какие-то возражения, сказали стоимость, и потом закрывайте. То есть не надо это все, ну, переворачивать. Дизайн красивый, простой, понятный, поддерживает смысл, не отвлекает, современный. Здесь показаны сайты, на которых самые крутые дизайны. Это все у вас будет. То есть заходите туда, смотрите, там можно найти прям все. Так, целевая аудитория. По поводу целевки необходимо будет делать аватары клиентов. Пример аватара я вам вышлю. Зачем? Знаете, да, что такое аватар клиента? Кто не знает? Да, образ. То есть это разные образы и разные ситуации. Аватар клиента, как это может базово выглядеть? Придумывается какое-то там имя, фамилия базовое. Иногда даже фотки. То есть бывает такое, что там мы фотки подбираем, чтобы визуально понимать, о чем речь.
чем человек занимается, уровень его дохода, интересы, как он себя в жизни проявляет. И аватаров лучше делать несколько, чтобы понимать, как сегментировать свой продукт. То есть, грубо говоря, Вася, который зарабатывает столько-то, ему у меня интересно будет вот это. Петя, который зарабатывает столько-то, у которого уже более активный образ жизни, ему уже вот этот продукт, да, а вот топовому вот этот. То есть для этого делаются аватары. То есть прежде всего для вас, чтобы вы понимали, что и кому продавать. Ошибки, которые бывают, самые распространенные. Отсутствие оффера, просто не написали, что вы хотите. Пустые тексты, тексты не побуждающие. Отсутствие триггеров, ничего о себе не заявляете. Никаких преимуществ. Отсутствие кнопки целевого действия. Кнопка слишком далеко, человек ее не видит. Смыслы не влияют на продажу. Это, грубо говоря, вот то, про что я говорил, там, сколько мы лет на рынке, если это, человеку реально иногда без разницы, сколько вы лет. Но это видно, это вода. Непроработанные факторы принятия решения. То есть вы мыслили, не из клиента, то есть просто понаписали, но на самом деле это к реальности не имеет отношения. Слишком сложная структура, такое тоже я видел. Это не часто, но такое тоже бывает, когда слишком сложно. Ленд-сайт работает некорректно. Значит, что тормозит, не открывается, медленная скорость загрузки и отсутствие политики конфиденциальности. Это очень важно. Фирменный стиль запоминающийся, целевой. Это значит, что попадает в свою целевую группу. Ритуальное агентство не должно выглядеть как турагентство, как агентство праздника. Если, конечно, не умер кто-то не очень хороший. Поэтому, целевой – это попадающий в ожидания ваши. То есть люди, которые интересуются чем-то туристическим, им надо, показать вот движняк, отдых, эмоции, да? То есть человек, который ищет, И так, в принципе, в каждой нише. То есть старайтесь мыслить эмоциями, которые человек зашел получить, решить проблему. Эстетично аккуратные, уникальные и тиражируемые. Что подразумевается под тиражируемым фирменным стилем? Иногда бывает такое, что необходимо сделать какую-нибудь резку фрезой или плоттерную резку, и логотип настолько сложен в изготовлении, что его нельзя никак изготовить. То есть, когда вы делаете фирменный стиль, задумывайтесь в дальнейшем, что вам, возможно, придется его как-то изготавливать, то есть, чтобы там не было слишком маленьких элементов, чтобы он был хорошо читался и так далее. Чтобы его можно было легко растиражировать на любой носитель. Видео короткие, смыслы раскрыты, смыслы, показан процесс, есть целевое действие. Примеры, это все у вас будет. Основная задача упаковки – это управление клиентом. Тут показаны штуки, которые мы интегрируем. То есть людям, в принципе, без разницы. Вы не должны думать, что к вам относятся априори хорошо, либо априори плохо. Нет такой ситуации, что человек открыл, и он вас сразу любит. Так же, как нет ситуации, что открыл сайт, и он вас сразу ненавидит. Он абсолютно нейтрален. И в зависимости от того, что вы интегрируете, то в дальнейшем будет происходить. Цели. Захватить внимание, доверие, актуальность. Самая основная цель посадочной страницы – это получить заявку. Подзадачи. Это все тоже было. Донесение смысла, снятие возражений, повышение статуса, снижение затрат на рекламу. Снижение затрат на рекламу – это уже когда эта штука раскрутится, будет как снежный ком, когда она выльется уже в плотный брендинг, плотное брендирование. Узнаваемость на рынке, доверие и так далее. Здесь приведены бренды, то есть, в принципе, если посмотреть, сразу визуально они отличаются прежде всего цветом, формой, содержанием, но в целом есть определенного рода закономерности в них, и это хорошо. Но здесь в основном, поскольку это продукция, пищевая продукция крупных брендов, если обратить внимание, здесь очень мало логотипов в классическом понимании, когда отдельно значок, и отдельно написано текст. То есть, в принципе, если посмотреть, у подавляющего большинства само название бренда является логотипом. То есть там есть уникальный шрифт и так далее. То есть тут из различий, я вижу только Pringles, да, там еще пару. Это тоже определенные закономерности. Репутация, узнаваемость, доверие. Тут, в принципе, я думаю, все понимают, о чем речь идет. Прототипирование. Это все у вас будет в мануале. Как с этим работать? Слои.
проектирование первого экрана, вот то, что я там подробно объяснял, логотип, дескриптор, видео, форма захвата, телефон там и так далее. Домашнее задание. Вот это лучше сфоткать. А по домашнему заданию вот до 6 пункта. То есть я вам расписал до 10, но это у вас будет на 2 недели. А на неделю вам до 6 пункта. А в понедельник мы с вами встречаемся в онлайне. А это значит, что нужно успеть подготовить с вашей стороны прототип вместе с текстами и смыслами. Если возникают вопросы, необходимо мне их срочно задать, высылайте все Ане. Она формирует пол вопросов, высылает мне, я отвечаю. Это до понедельника. Если вам до понедельника нужно со мной связаться, все через Анну. Вот, потому что я буду отвечать на вопросы пакетно, не по одному. То есть накапливается, да, там пара штучек, мы все разбираем. После 7-го это задание будет уже там позже. Так, бабушка тест PDF. Бомба, да. Носители, да. Ну, базовый материал — это то же самое, что и носители. Но носители — это как бы полное, да, что может быть там канал на YouTube, там этикетки, витрины. Базовый — это, ну, посадка вам нужна. Там в подавляющем числе бизнесов фотосессия, КП, маркетинг-кит, видео. Ну, почти всем видео в той или иной степени необходимо. Кейсы. Ну и презентация какая-то. Презентация граничит с маркетинг-китом и КП. То есть они в целом все там пересекаются. О, ну это, короче, я не вижу смысла здесь сейчас рассказывать. Это прям вот то, что я показывал там в оглавлении, когда говорил, что полная структура — это разработка бренд-платформы. Этим имеет смысл заниматься, но только когда у вас уже, то есть оборотка позволяет, скажем так, и есть необходимость. Иначе, потому что сейчас отдельно выписывать, ну, там, историю бренда, ключевые слова, это не целесообразно. У вас цель — сделать результат. Потом сделайте, как бы, потом я, наверное, об этом расскажу. Ну и дальше то же самое. То есть идет анализ конкурентов. Это все относится к комплексной, очень комплексной упаковке. В презе это будет, можете это почитать. Но пока это только для ознакомления. Маркетинг-кит, ролик, КП. Ну и все. Сейчас мы переходим. Есть у нас 25 минут.